Labdien! Šodien ir 20. aprīlis un uzzināsim, kas ir jauns. Novosti dzīvējušie latviski, 20. aprīļa, što u nas novinka? Kristieši vēlas valsts atbalstu, jo apsīkuši ziedojumi. Kristīgo konfesiju vadītāji runājuši ar ministrijām par iespējamu valsts atbalstu reliģiskajām organizācijām. Tā kā šobrīd dievkalpojumi nenotiek, ar ziedojumu ir ļoti maz. Dažās vietās to nav vispār. Organizācijām atbalsts vajadzīgs, lai samaksātu mācītājiem un darbiniekiem. Kristieši vēlas valsts atbalstu, jo apsīkuši ziedojumi. Kristieši – kristiāņi, kristietis – staro sklaņīņa slova, množnači slova sāties na kristieši. Vēlas – очень хорошую альтернативу слову «хочу». Можно всегда сказать «эс грибу», «ту грибы» и так далее. А здесь «эс вэлос», «ту вэлес» или, как в данном случае, «христиане вэлос». Они желают. Глагол «вэлэтес» можете посмотреть. «Желать». Так чего же желают христиане? «Валст отбалсту». Слово «отбалст» мужского рода, в переводе «поддержка». Видим, что стоит в акузатив. Правильно, потому что христиане желают кого, что. Государственной поддержки или государственную поддержку. То есть им нужна государственная поддержка. Йо апсейкуши зедуэми. Йо, потому что. Смотрите, как компактненько по-латышски. Есть альтернатива, можно сказать тапецка, а можно сказать йо. Я за йо. Я думаю, очень выгодно такое использовать. И звучит как-то так. Ну, очень по-латышски. Апсейкуши. Означает сильно упали, то есть сильно уменьшились. Зедуями – хорошее слово. Глагол зедот – жертвовать. Зедот – это жертвовать себя или собою. А вот зедуемс – пожертвование, или как здесь зедуями. Ну да, множественное число. Кристиго конфессии вадитай рунаюшер министриям par iespējamu valsts atbalstu reliģiskajām organizācijām. Vadnom predlaženju nasaši tri rāza stričājaca apridziļonē akaņčāņie u prilagācijanīk. Paētam un aētam i skoncentrīrujums. Smatrīcīm. Kristīgā konfesija reliģiskā organizācija. Zdies mēs vidzim kristīgo konfesiju. Konfesija, etam uznājam množstnē čislo, genitivs, потому что это руководители христианских конфессий. Соответственно, кристиго – это то же самое множественное число, это же genitivs, кристиго конфессии. То есть в единственном числе будет кристига конфессия. Кристига конфессия. Почему определенное окончание у прилагательных? Потому что это концепция. Христианская конфессия, религиозная организация – это как концепция. И такие концепции, их довольно много, они, естественно, будут, если они имеют прилагательное, то они будут иметь определенное окончание, эти прилагательные, религиозная организация. Значит, что у нас есть? Кристиго конфессии водитай, отбалсту религиозным организациям. Если бы не было определенного окончания, то было бы просто религиозным. А здесь у нас религиозным организациям. Руководители христианских конфессий разговаривали с министерствами о возможном государственном пособии или помощи религиозным организациям. Вот так. Так как шобрит диокалпоеми ненотек, аризедуему ир лётимаз. Так как, поскольку... Это правильное выражение по-латышски, не надо говорить «парцик», угу, просто переводя дословно с русского. «Така». Смотрите, как красиво выглядит, поэтому учим
Така. Два отдельных слова, коротеньких на каждом гарамзаиме. Така. Песня. Така. Шобрид на данный момент. Видим корень брейдис. Брейдис. Это как раз момент и есть. Шо. Очень легко. Данный. Этот момент. Например, как сказать в этом году? Шогат. На этой неделе? Шонедель. А сегодня? Шоден. И смотрите, шобрид. Вот по такому же самому принципу делаются все такие слова. Поэтому шобрид это на данный момент. Нотикт, нотек. Как мы здесь видим? Не нотек. Это не происходит. Не происходит. От глагола нотикт происходить, нотек. Происходит и, соответственно, не происходят. Кто такие деокалпоеми? Видим здесь два корня. Да, это сложное слово. Девс, бог, калпот, служить. Это богослужение. Так как на данный момент богослужение не происходит, ари также зедоюмс, а уже знаем это слово, зедоюму, пожертвований, и льоты маз, очень мало. Богослужения не проходят, поэтому пожертвований очень мало. Дажас вьетас тоновис пар. Дажас некоторые, или как здесь, дажас вьетас, в некоторых местах. Слово вьета означает место. Если вы его еще не знаете, в копилку. Очень хорошее слово. Вьета. Дажас вьетас тоновис пар. То это тоже множественное число genitives, потому что имеется в виду ни от кого чего пожертвований. Зедоему. Могли бы здесь написать дажас вьетас зедоему нау виспар. Виспар. Вообще. В некоторых местах пожертвований вообще нет. Organizācijām atbalsts vajadzīgs, lai samaksātu mācītājiem un darbiniekiem. Mācītājiem un darbiniekiem. Organizācijām atbalsts vajadzīgs. Organizācija nuždājās v poddержке. Nu, или если совсем буквально переводить, то для организации поддержка нужна. Organizācijām atbalsts vajadzīgs. По такому же самому принципу можем сказать, например, man atbalsts vajadzīgs. Да-да, то есть просто dativs. Существительное или местоимение ставим в dativs. Организациям. Отбалст, уже знаю, vajadzīgs, необходим, нужен. Lai samaksātu. Samaksāt. Заплатить. Lai samaksātu. Чтобы заплатить. Lai samaksātu. Мацейтайс. Это священник. Смотрим корень мацейт. Учить. Священник это тот, кто учит. И дарбинекс. Мы уже хорошо знаем слово дарбс. И дарбинекс. Да, это тот человек, который делает работу. Работник. Точно так же, как есть, например, школа и сколнекс. То есть вот этот некс указывает на то, что это тот, кто с этим местом связан. Работник с работой, школьник со школой. Lasīsim visu kopā. Kristieši vēlas valsts atbalstu, jo apsīkuši ziedojumi. Kristīgo konfesiju vadītāji runājuši ar ministrijām par iespējamu valsts atbalstu reliģiskajām organizācijām. Tā kā šobrīd dievkalpojumi nenotiek, arī ziedojumu ir ļoti maz. Dažās vietās to nav vispār. Organizācijām atbalsts vajadzīgs, lai samaksātu mācītājiem un darbiniekiem. Un par ko būs ziņas rīt? Ziņas tiem, kas mācās latviešu valodu. Kakuju novesti mēs vybirim zavtra? Про коронавирус, про забастовку, про Австралию. Что-нибудь интересненькое. Абоне, тадуззинасы.
Подпишись и узнаешь.